это моя профессия, и поэтому боюсь я больных или нет, это уже вопрос не стоит. Поэтому никакого геройства по работе с коронавирусной инфекцией я не вижу. Жалобы у них было больше, и страх. И страх, который мы пытались убрать. И у нас это отлично получалось. Мои родственники не переживают и не боятся, потому что от меня они на период изолированы, они понимают, что я спасаю и помогаю людям. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии. Лечат, спасают людей. Предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам.